Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с модом Beta Balanced Game. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не с самого начала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому ролику, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. На самом деле, ну, как-то тут так выглядит, что... Немец молчал, я копил войска, я побоялся его, и... Вот, а с Нуби некрасиво получилось, да, там, подселил. Просто не понимая язык Нуби, вот, ошибся, вот, и... Интересно, как мне спишь, если ты молча поставил посел около моих границ, прям границы в границу, а потом такой, ой, а у тебя тут... столица, да, и не заметил. Как бы, извини меня, я поеду. В трех-четырех клетках у нас там разница, да, границы. Но когда ты прям граница в границу на истории ставишь, это я уже не могу простить. Тут я не могу уже молчать. К убитому. Да. Классно. Слушай, ну если у тебя кирасиров нет, то я как бы... Поиграем еще. Сейчас институт построим, все вот эту дорогу. И будет классно. О, ребята, меня это канат забирает. Тепло. У них тут сговор. Я не верю. Все молчат. Ничего не говорят. Мне сейчас понадобится золото на танке. Ну вот, я же говорю. Молчат, сидят, переписываются там. Я в такие совпадения не верю. Ну типа сам подумай, Ров, и под тобой лидер сидит. И у тебя неплохие такие территории. Так, я играю на свою победу. Просто размышляю, что... Как я могу победить? 2 минуты назад сказал, что тебе уже никак не будет. Я спросил, есть ли у тебя кирасиры. Ты сказал, кирасиров нет, обманул. Вот. Ну, я тебе не такое сказал. Я тебе сказал, с какой стати я должен тебе рассказывать, какое у меня войско. Может, мне рассказать тебе, что еще я изучаю и строю? Конечно. Смотри, караген самому надо. Давай, может, я тебе вообще скрин пришлю экраном моего, да и все, что парится. Давай, короче, стопить Канаду. А, нифига ты как запел. Ну да, я вот как бы понимаю, если что... Если... Ну смотри, я думал, что могу тебя забрать, вот, сейчас я тебя не забираю, тем, да, ты есть... Ты меня не трогаешь, то... Если бы я тебя забрал, то мне это бы... Так, у меня бы просто был бы буст какой-то, я мог бы противостоять Канаде. А так как тут Канада что-то это жестит, вот, она просто ко мне сейчас придет в гости за этими самыми... за золотом, потом к тебе. Вот, поэтому я предлагаю объединить усилия. А потом там и немец, и Норвегия, и так далее. А? Ну, давайте нашими отсталыми странами пытаться... Да, давайте. Давайте коалицию создаем, все. Немец, что скажешь? Я тебе давно уже Нет, сказал, Велитр я тебе возвращать не буду. По-моему, тебе отдал его. Или я опять ошибся? Нет, ты нажал, чтобы я тебе вернул. Я изменил условия. Да, давай сейчас. А то я так уже один раз... Да, я помню, когда ты там с немцами заключил. Да. Немец, ну что? Строй кавалерию, просто грабь, потому что других как бы вариантов там у тебя нету. Не надо вот этот вот Zcrash. Немец, друг. Я свои требования тебе передам. Немец, хочешь военный союз? Это Канада говорит. Немец, только я дочу Канаде помогать. Лёша шарит. Да, я так. А кто-нибудь в нефть вышел? Я вот иду в нефть, в зенитки, просто буду держать. Мы будем удерживать канадца. Слушай, а как насчет военного союза?
Да. Давай. Ну, может быть, даже заберем Канаду, разделим пополам ее. Мы можем хотя бы 1-2 города. Я даже не против, если ты один город заберешь. С условием, если ты меня потом пилить не решишь. Нет, слушай, Нуби, я ну, то есть, мне последователь... нравится, как люди 67 науки, 26 культуры и 100 науки, 58 да, культуры будут рассказывать, как они сейчас попилят 207-233. Не, я с удовольствием посмотрю. Я даже как бы участвую, я в войне с Канадой. Сейчас я приплыву флотом, буду ему там грабить территорию. Ну. А кто-нибудь может проспонсировать на. Я, наверное, могу, сколько ты хочешь. А наукой можно проспонсировать? Кри, давай дадим по 1000 убитому. Мне они самому нужны. Нубия, только мы... Мне тоже деньги нужны, как бы, знаешь, это такое дело... Всегда нужное. Нам ладно это обсудить с Нубией. Вот, мы не будем гражить его, как... Не надо, вот если легкая кавалерия, то надо грабить просто. А так держим эту нижнюю линию и постараемся выйти. Да, то есть ты мушкетерами просто можешь снизу стать, как-то вот линию держать и все. Потому что ну, мы его города точно не заберем. 100%. Вы же только что его пилили. Ну, с такой ты просто этот варвар. Реально. Как в лесах тогда вот с самого начала игры был, жил, так вот и остался. Вообще, ну, то есть я не понимаю, что ты хочешь. Ну тут кирасиры, понимаешь? Не убиваются. Единственное, чем можно сейчас позаниматься, это побегать с легкой кавалерией у канадца. Вот. Единственное веселое занятие, которое нам доступно. Я бы Валетту засоюзил, чтобы вот. Покупать за веру города. Я хочу качать науку сами. Я кайперы вот. Я покупаю ожидаю, что за веру, чтобы пойти... А мы как-нибудь... Ожидают, что они сдадутся, короче, грабить границы Канады. Нас как бы сейчас серьезно никто не воспринимает. Видите, они смеются над нами. Поэтому... Я сам над нами смеюсь, и чё? Ну, почему? Мы сейчас можем награбить. Вот. Нас никто в Арморгене считать не будет. Вот. Качаем просто науку. Полиция один раз ударила, все уже минус кирасиры практически. Блин, ну, чувак, выходи в сталь. Вот, индустриализация, научные институты, сейчас все будет. Просто надо держать вот эту вот линию и не сдаваться. И бегать с легкой кавалерией, его карасить, отвлекать, вот. Все еще просто. Я понимаю, чтобы он тебе военную мощь наращивал, а не всякую полезную. Хайгрива не успел принять я. Да. Мне вообще ничего не показал. Я говорю, я не успел принять. Ты мне кинул декларацию дружбы, не успел принять. Только сейчас вот принимаю. Вот, и немцы, давай немцы поделим. Он какой-то херней занимается, непонятно. Я могу только поплакать. Норвежец, ты можешь сказать, сколько тебе денег надо? Ну, 500 хоть. Я следующим ходом мапаюсь в танке. Кинул. Высшая раса, а вы не хотите там войну объявить Канаде? Кто именно? Великие боги. Любая высшая раса. Ну, я в войне с Канадой. Инопланетянин, давайте. В какой войне? В холодной или прям война-война? Ну, ты знаешь, как я нахожусь от Канады? То есть я... Вообще, да, по-моему, дальше всех от Канады просто.
Так, надо еще вот одну. Я открою секрет, сколько было территории открыто на ходу 30-м, столько сейчас и открыто. Я уже практически всю карту вижу. Не, я вижу только вот 4 получается. Канаду, Рим, Германию, да. Ну еще там это вот 3 чуть-чуть. Нубия, пощади меня, пожалуйста. Никакой пощады. Не, Нубия, ты там это не сливайся, смотри, надо в тыл заходить. С моря. Какой тыл? Вот полицейский, понимаешь? Свини перга. По-хитрому надо. Вон, там есть. Ну ты прям на город идешь. Зачем? Куда? На какой город? Я на его территорию зайти не могу. Ну вот я и говорю, потому что на город идешь его. Ну, то есть там, где защита. Ребят, спасайте, а то сейчас он захватит нас очень быстро и вам игры не будет. Так что. Сделать. Вот хороший план. Нам с Нуби пойти в атомную. Да, какой нам с Нуби? Ты дурак, мы будем до нее идти вечность. Я говорю, кто-нибудь из богов. И вечность, да. В раз дольше будем идти, чем они. И... Да. Надо Германию забрать и... Вот, и... Я Нуби, я в богах шарю, если чё. Мапучи. Да, и если у кого-то нефть Мапучи, будет, тоже... я тебе кидаю военный союз, пожалуйста, объяви войну Канаде. Это плюс 5 всё-таки будет мне к силе. О. Франция, дружба, Кри, дружба. Германия, видишь, это вот вообще не работает. Кри. Союз кинул. Ребят, я убиваю его с писпеков. Давайте, я вот... Держимся. Франция. Союз кинул. Да, приятно играть с Кри на карте. Так быстро все открывается. Может, побольше камеры? Ребята, не хочешь помочь там? Защищать. Все равно больше не на что пока тратить, ну, веру. Да. Там вот этот вот нижний. Предложение Кри. Ты хочешь карту увидеть? Приглашение Кри. Ну, это как Кри на выручку. Я прям чувствую. О, так лучше. Кри, у тебя союз остались, тоже карту хочу увидеть. О, я бы тут поставил тебе отравочку, что у нас какие-то чудеса, еще килоки, сивани. Я понятия не имею, если у меня союз, у меня просто... Это, Норвегия, ты же не будешь меня бить, да? А, венецианочка. Крия, скажи тебе так. У меня сейчас упорка с Канадой будет, так что не, я сейчас... Краген, да? Я себя я какое-то подруга. Время чувствовал Россию, если что. Почему? Ты уже свободы слова не было еще? А, на отшибе или там в снегах? Нет. Ничего себе у тебя места. А, ты, может, не будешь тернией страдать? Ты... Там, пока ты сейчас... Видишь, ты уже двух юнитов сливаешь. Я не очень знаю, что с тун... Только юнитов сливаешь. Блин, как надо еще тут город так хоть бы прям вот на селитру бы. Вот и заберут тебя, может, это... Очень надо хороший надо город будет, в принципе. Ну, конечно, надо было раньше. Да. Если бы меня не атаковал Китай... Туда как раз пора. Так, давайте, наверное, джонки уже возвращать будем. Мы тут все исследовали. Просто один союз, и у меня вместо двух очков до следующей эпохи 119 очков свит. Норм.
Норм. Два. Может тут чеченицу тогда поставить? Слушайте, а давайте тут чеченицу поставим. Здесь будет нормально, и тут плюс тогда вот тут театралку. Четыре хода чеченица. Тут театралочка будет на плюс 4. Класс. Так, что там у нас с победой по культуре? 19-75. Ему сопротивляется Франция. Угу. Это лучше, чем 10-40. Что там у тебя, норвежец? Нормально все, апнулся, деньги пошли, да, хорошо? Да. Ощущаешь прилив сил, бодрости? Хочешь убить всех? Вот я понимаю, с таких бы тренеров в бою по боксу. Сюда. А это спасательная, да, операция? Какая? Там идут войска. Ашан, слушай, ну ты же хреново Канаду отыгрываешь. Ты вообще историю изучал, на кого? Канада вообще ни на кого не нападала, она сидела и себе развивалась мирно. Да, я не знаю, что меня все осудили. Ну, видимо, потому что ты напал на всех. Да. В смысле, на меня напали? Кто? А, на тебя напали? Тогда ладно, тогда извиняй, ладно. Это ты устроил свои катки, да? Чисто. Да. В хоккей погонять. И ты можешь разворачиваться от этой армии, она не работает там внизу. Так, знаете что, давайте я тут... А. Давайте я в Маджипахите построю там самолеты, посела. Сейчас только покормишь. У меня там точно такие же войска, и как бы я вообще ни на что не надеюсь. Отлично. Жалко, что технологий, а не шедевров. Так что... Шедевров было бы круче спырить. Давай что-нибудь серьезнее. Танки нужны. Танки нужны эти, шпионы всякие разные. Ребят, у меня игра зависла, у вас нет? Нет. Кри предложение. Ну я как бы сам в них иду тоже. А Леонора предложение. Кто, у кого есть нефть, можете, пожалуйста, дать несколько штучек. Дайте нефть норвежцу. Он за всех нас страдает. Что это такое? Жижа черная. За чудо материал такой. Фу, как мне приходится быстро все делать. Ребят, у меня игра умирает, мне придется перезайти. Как это сделать? Окей. Давайте паузу нажмем. Шарпа, зачем мне посольство? Не надо, не хочу. Мапуча, сколько тебе до объявления войны Канаде осталось ходов? Три.
Так, что у нас по ресурсам? Опять попробуем поторговать, пока у нас таймера нет. Шелк есть, соль есть. Ага. Там пишет два шелка, а тут у меня один. Ну, то есть торговать. А я союзник какой-то ГГшки? Кахоки и Еревана. У Кахоки гипс просто есть. А, понятно, у Еревана есть. Ну я не хочу... Ну, блин, религии на 10 человек, ну это так муторно. Я так не хочу ее разносить просто. Тем более у нас 5 религий. Иудаизм вон в 15 городах. Ну это будет очень долго. Я не хочу просто. Просто не хочу. Давайте по городам пройдемся. Знаешь, как это со стороны выглядит? Да, производство культуры. Как развлекаловка для богатых. Они платят бедным, что они сражались. Это называется гладиаторские бои. Что-то типа такого. Люди с 200 науки, там 100 плюс культуры сидят и смотрят, как люди со сотни науки там будут сражаться. Ну так это ж Канада пытается вас забрать. Я бы, ну точнее как, у меня, я участвую в этом всем деле. Я сейчас буду канадцу мешать. Просто я настолько далеко от него, что это займет очень много времени. Фраза «гладиаторские бои» была просто идеальной. Это выглядит как гладиатор, которого сейчас много мусора накидали, и время от времени ему там львов подкидывают. Ему надо отбиваться. Я пришел, ребят. Запускайте таймер. Выхожу в нормальный век. Вообще я не успею. Ну, я не успею в золотой. Там два хода осталось. Угу. Так, а этот что делает? Добыча от грабежей морских путей. Ну, запустим. Так, этого прямо на селитру. Караген Риму объявил войну. Ну, у него очень город так стоит. Туда, куда я хотел поставить. Он его сюда притащил. Это когда у тебя такая мысль возникла? Никогда такого не было, и вот снова. Ну, что делать? Ребята, это сговор. Это... Все, сюзерен. Немца. Блин, так хочется тут венецианочку построить. Блин, и Киловки Сивани тоже будет в тему. Когда тут Тайюаня обратиться? Еще двух миссионеров сделать и уже окончательно эти китайские города обратить.
Давайте, нет, пойдемте в естественную историю. Блин, я так по культуре далеко, на самом деле, от всех. Четыре танка суициднул сейчас. Леонора. Основной союз закончился. А я только тебе не мог послать его. Может, научный? Групповка партизан и плотина. Есть вообще? Какой научный? У Канады научный. Районы. О, есть дамба, отлично. Сейчас мы будем в Канаде потопы устраивать. Это очень хорошо. Крия, зачем ты помогаешь канадцам? Я канадцам не помогаю. Мне как бы на канадцев все равно наплевать. Нет, такое ощущение, что я кого-то не слышу. Крикен, с кем ты говорил? С Римом. Подплыла, потому что я этим ходом не могу разграбить. Ага, тут клетку я и так не могу, значит, дальше поплывем. Кто у нас норвег? Кюбитум? Да. Темная лошадка. Так, я тут хотел где-то поставить чудо. Килова Кисивани, в принципе, ничего так будет. Три посла. Тот момент, когда выходишь в героический и можешь обрадовать людей. Объявил. Полмира объявила мне войну, так что все окей. О, спасибо. Так сказать, все дороги в Рим. Хорошая тренировка на крепость. Жалуюсь. Кри, конечно, некрасиво поступил. Почему? Для того, чтобы стопать лидеров, взял и... Как я должен к нему дойти, не минуя тебя? Зачем мне стопать его, когда я могу сам разогнаться? Опять же, зачем стопать Канаду, когда у нас вон летит Леонора? Я тоже этого не понимаю. Тоже верно. Гадать. Thank you.
В космос, очевидно. Да, по технологиям. Предлагаю шпионам повысить, украсть шедевр, чтобы тырить у Канады. Мне кажется, там Канада вообще не проблема. Уже, мне кажется, нормально ее постопали. Кажется, надо партизан. Ну, туризм, тем не менее, надо как-то остановить. Через сколько ходов там победа? В смысле туризм, в смысле партизан апать. Думаешь, у многих сейчас уже эти стоят? Может, скидку зданий на эту сделать? А, это, да? Ну, по поводу зданий, как хотите. Давайте нельзя строить атомные электростанции. Например. И давайте у Кунста опять заберем 3 очка. Не знаю, почему все постоянно лидер по дипломатии? У Нуби. Я ничего не строю. У Нуби 3 очка. Странно, вот у Китая, по-моему, такое ощущение, что это моя территория. Потому что я тут столько могу этих компонгов построить, намного больше, чем у себя. Так, повредить дамбу на 2 уровня выше. Ух ты, кто там так за повредить дамбу проголосовал? Мапуче, Мапуче, что ты так влился в повредить дамбу, человек тебе? Это странно. Собираешься повреждать дамбы? Для чего вкладываются в повредить дамбы? Чтоб повреждать дамбы. Логично. Знание еще кому собирается. Канада, это самолеты? Я пропустил. Канада фашизм приняла. Это дуболомы. Дубинками забирают твой город. Это очень обидно. Круто. Круто. Клетка на озере 3-3-3-3. Три еды, три промки, три культуры, три золота. Да блин, тут ничего не построил. Нечего грабить вообще. Не, канализацию. Кстати, мне Фес неплохо бы давал науки, если бы я его обратил и, ну и города обращал с его помощью. Долго этот чувак идет. Так, а что там вообще у Леоноры и города у него в союзниках? Болонья, да?
Давайте на Винсанку используем. Ну, бежим, они идут. Древний бог пробудится, да? Скоро атомные ракеты будут. Блин. Подожди, а кого я прокачал на дамбы? Ну, у канадца тут две дамбы. Так, химию открыли. Пошли в ядерки. Вообще не успеваю ничего. Да, Рим там пилят. Mm-hmm.
Вот. Да. Так, давайте мы, наверное... О, это я сейчас быстро могу. Так, только надо будет перебросить его, не забыть. И теперь археологов могу строить. Покупать, я бы даже сказал. Так, пока все. Ладно, так, окей, не собираюсь. Себе прямо вставлять. А, я, короче, одну клетку ему могу пограбить. Нормально, у канадца кампус на плюс 6, видели все, да? Ну, в смысле, полностью окруженный горами. Ну, так часто бывает. Там вот походу где мапучи хочет тоже все ломать. Англичанин, снеси ты Болонью, блин, там уже даже прокачал Амани специально канадец. Ребята, можно узнать, как вы без личных сообщений так слаженно работаете? И что конкретно? Ну, я вот про Германию, Канаду и Кри. Почему, ну, почему вы не забираете Канаду, Германию, я понять не могу. Ну, потому что Кри удобнее на тебя нападать, чем на Германию. Ну, я, походу, не успеваю забирать. Там что-то очень быстро падают. Не знаю. Города ставить короля какие-нибудь? Ну, если ты, блин, я бы хотел, конечно, забрать вот от Путиолы и дальше наверх. Я вот с Ноби договорился голосом, смотри, да? Я авиации забираю, остальное тебя оставляю, окей? А у тебя что, авиация там что ли летает? Авиация, говорю. А, все. Окей. Ну, мне кажется, очень странно, что вот вы как-то только сейчас так мирно договорились с голосом. Ну, ты можешь зайти ко мне на стрим, у меня нет ни одного сообщения личного.
Хорошо. Можешь зайти ко мне на стрим. У меня есть даже запись. Ну, тогда это все меняет. Да, никаких вопросов, ребят. Да. Нифига нету. Хорошо, давайте тогда в Оттаву, видимо, перебросим. А с Мапучи там и так уже будет сломать дамбу. А что ты подразумевал под слаженные действия? Мы просто забираем тебя и все. Ну, мне показалось, что это какой-то сговор. Я то есть, ну, не часто с вами играю, может быть, вы там знаете друг друга и, наверное, там писали друг другу сообщения. Хотя это вроде как, ну, не приветствуется, насколько я понимаю. Ну, два хода. Я бы поберег еще для какого-нибудь чуда, может быть. Вот, это меня удивило, поэтому я и поднял вопрос. Как так получилось? А кто у нас там впереди по техам? Норвежец? Может, у норвежца тогда тырить? Блин, там хамар падает вообще-то. Блин, это не рабочий, это этот археолог, оказывается. Какого момента сидеть надо и ждать? Ну, столицу у тебя забрали уже? Можешь уходить. Да. А, ну все, спасибо. Сейчас немножко посмотрю и пойду. Блин, тут такое. Он этих Наска понарисовал, что смотрите, как клетка с железом какая. Я везде вообще. Гуанчжоу, Шэньян, Шубан, да. Где можно, там я археологов купил. Что там победа культуры? Нет, все-таки, наверное, нет.
Мне бы на самом деле открыть все-таки морскую плотину, потому что меня сейчас будет заливать. Не по-детски. Уже скоро. Мне бы еще религию укрепить. Ну, конечно, Китай затормозил мое начальное развитие очень серьезно. У меня денег дофига. Я, может, уже остаток лап просто за деньги куплю. Ничего покупать. Так, ну у меня тут все нормально. Я бы просто укрепил религию, я бы хотел скорее... Так, статую свободы я не хочу. С какими вообще тут чудеса остались? Мон-Сен-Мишель, Петра, Биг Бен. Грессес-Анкаре, ну, храм Минакши, это все... Собор святой, все какое-то такое. Ну, Альгамбру можно было бы. Так, слушайте, а тут я могу райончик еще один поставить. Я бы кампус. А, хотя тут театралочка на плюс 4. Удваивает бонус соседства кампуса в этом городе. Нормально. Так, 5 послов. Есть куда отправить? Хатусу надо.
Да и амбар можно, как-то мало жилья тут. Так, со шпионами у нас следующим ходом все заканчивают. Тут достраивается шпион. У меня вопрос. Я вот за нубью играю, я могу выйти? У меня просто тут уже как бы, ну, 80 науки и все такое. Ну, как там остается? Кто там играет рядом? Как вы считаете, нубия еще Канада, нужна в этой игре? Канада меня не платит. Нет. Можешь выходить. Спасибо за игру. Надеюсь, я сейчас там дамбу поломаю в Канаде. А это, кстати, дамбу, наверное, Мапуче поломал. Больше у него дамб я не вижу. Хорошо, что у Англии? Вот я вижу дамбу. Поломали. Мне бы еще стали варенье тут выйти. То есть смотрю, там у народа стены неплохие стоят. Блин, и аквапарк бы, и театралочку бы, и все. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!